В силу того, что на публичных слушаниях отчитывались главные распорядители бюджетных средств, мы увидели с депутатами, что не всеми департаментами в полном объеме деньги были израсходованы. Да, это положительный фактор, когда мы экономим деньги на торгах, но депутатами было обращено внимание на том, чтобы эти экономленные деньги не перераспределялись между департаментами, а оставались у распорядителя этих бюджетных средств для дальнейшей инвестиции в инфраструктуру нашего города. То есть можно сказать, что все социальные обязательства, которые были взяты администрацией в 2017 году, они исполнены в полном объеме, и денежные средства из бюджета были выделены в достаточном количестве для исполнения взятых на себя обязательств.